Подписчикам я очень рада, что у меня появляются новые подписчики, и вообще вот хотела всем вам пожелать успехов в вашем творчестве, и я вас так понимаю, мне хочется с вами разделить вашу радость, но смотрите, я все не успеваю, вот только иногда, очень редко, так что извините, что долго не снимал видео, обязательно постараюсь, как только будет возможность его снимать, но тем не менее у меня показывать особо нечего, поэтому вот вышиваю то, что было, все старые процессы, африканка и подушка. Вот сейчас я покажу, как я выбирала вот эти наборы в магазине, смотрите. В общем, купила я себе две недостающие ниточки и решила, хочу очень много слободы, выбрала я, не знаю, что выбрать, может быть, я вообще ничего не куплю, вот таких вот котов, наверное, я все-таки вот этого возьму, здесь, в общем, не знаю, каких, вот эти розовенькие такие. Здесь, конечно, вообще обалденные. Здесь телефон не передает, здесь голубые, а так на самом деле они лиловые. Либо вот эту я давно хотела. Не знаю, сейчас буду думать. В общем, наверное, все-таки котов возьму. Или вот эту. Здесь очень много разных оттенков. 29 цветов. 43 на 28. Очень большая. Ой, хочу. Наверное, где-то куплю. Вот показываю, что я в итоге выбрала. У меня все. Так хотелось, все так хотелось приобрести. Я купила такую коробочку, но за 200 рублей, чтобы туда складывать иголки. Ну, тут у меня нитки для африканки. Иголки еще я купила. С учетом того, что я год, ну не год, но полгода точно, я практически уже вообще из дома не выходила, я сошла с ума. Я начала. Сначала я набрала маленьких таких алисовских наборов там со снеговичками, наверное, штук 8 там, в общем, для Нового года, думаю, когда я не успею все равно это все вышить, положила, потом думаю, нет, вот новую слободу хочу, вот выбирала там в магазине, ну, в итоге я остановилась вот на этих наборах, вот этот я давно хотела, тем более он по цене меня устроил, 160 рублей, Леонардо. Вот, ну я вся такая счастливая, прям не могу, хочу очень много чего рассказать, но у меня, к сожалению, времени вообще нет, и вот ребенок не дает мне вышивать практически. Также коротко пройдусь по вот своей, покажу немножко вышивку свою, ту вот, которую сейчас. Вот периодически дома я ее вышиваю. Вот у меня уже тут цветочек я последний раз вышивала. Как-то четкости нет. Сейчас. Вот мои крестики. Ну, как всегда, шерсть я вышивать очень люблю. Также вот африканка моя. Сейчас.
сейчас покажу. Извините за качество видео, но вообще монтировать сейчас абсолютно нет времени. Не знаю, видно будет. Потихоньку, но за где-то 5 месяцев я вышила 2 листа. То есть я уже вот здесь вот перешла к третьему. Вот. И... То есть листики. Вот такие. Здесь вот мне не хватало одного цвета. Вот пропуски, да. И я его сейчас докупила. И вот здесь вот на рукаве мне не хватало... тоже такого красноватого. Я их купила сейчас. И не знаю, когда я буду вышивать. Но, кстати, вот эти наборы, которые я сейчас показала, я даже не знаю, начну ли я их вообще когда-нибудь. Но одно то, что они у меня есть, вот мне офигенное успокоение доставляет, простите за мой, так сказать, русский, не русский язык. Ну, я тут просто прыгаю. Вот среди этих котов я вообще выбрать не могла, там фантастические цвета, вот, ну, тут нет, а в этой упаковке у них, когда видно, что там за канва, вот я в магазине, значит, показывала. Сейчас буду вот как-то это все смотреть, в общем, дом дел куча, даже не повернешься. А, про эту коробочку хотела рассказать, что выбирала, сама коробочка мне не понравилась, но других там особо не было. И тут зашла в Ашан и увидела буквально вот такую же кругленькую коробочку, но с печеньем. И тоже за 200 рублей. Жаль, надо было купить с печеньем. Ну, в следующий раз я так и сделаю. Ура, ура.